Ледяной Исакиевский собор появился в пещерах горного парка Рускеала. По словам представителей парка, модель собора была сделана по проекту архитектора Агюста Монферана. На создание ледяной копии ушло порядка двух недель. Понадобилось около пяти тонн льда. Отмечается, что благодаря специальному микроклимату в пещере ледяная копия Исакия простоит до середины мая. Напомню, год назад умельцы Рускеала уже делали модель Исакиевского собора из льда, но тогда архитекторы ориентировались на модель Антонио Ринальди. Горный парк «Русский Алла расположен на международной трассе Голубая дорога, которая связывает Россию с Финляндией. По ней идет активный туристический поток, и на сегодняшний день горный парк является одним из самых популярных в России туристических объектов. Каждый год его посещают десятки тысяч туристов.